прокуратура зарегистрировала 59 уголовных производств, связанных с нарушением предвыборного законодательства. Из них 10 за последние несколько дней. В том числе заявленных вчера председателем Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили 80 протоколов участковых комиссий, которые подтверждают наличие фальсификаций. В пресс-службе ведомства говорят, информация о нарушениях избирательного законодательства поступает к ним давно. Зарегистрировано близько 60 криминальных проваджень, пов'язаних з виборами, а саме 59. За цей тиждень вже зарегистровано 10 криминальных проваджень. В среду Михаил Саакашвили сообщил, что обладает копиями 80 протоколов, которые подтверждают наличие фальсификаций. Во многих есть исправления напротив фамилии Геннадия Труханова. Глава Одесского ОГА заявил, что подобные фальсификации применялись во времена бывшего украинского политика Виктора Януковича. Кроме того, органы внутренних дел осуществляют досудебное расследование по факту изготовления внешне похожих на бюллетени, документов и подбрасывания их при подсчете голосов. Начато уголовное производство и по факту исправления членами избирательной комиссии количество показателей в протоколах подсчета голосов. Продолжается расследование уголовного производства по факту заполнения членами двух избирательных комиссий уточненных протоколов непосредственно в холле комиссии. Досудове розслідування цих кримінальних провадженнях триває, і це проводяться слідчі дії. На жаль, якби таємницю слідчих дій я не можу коментувати, але знову ж таки в рамках досудового розслідування таких проваджень передбачено, що можливо буде вивчатися документація, пов'язана з виборами. Ход расследования в указанных уголовных процессах находится на контроле прокуратуры Одесской области.